В Астане предложили сформировать казахстанскую школу исламоведения. Сегодня такое предложение прозвучало на форуме религиоведов Казахстана. Специалисты, получившие знания в ней, будут вносить свою лепту в борьбе с радикальными течениями. Кроме того, служители веры намерены направлять на обучение в лучшие теологические вузы мира. Светские традиции – это тоже традиции нашего государства. Поэтому у нашей страны есть своя собственная история, своя собственная культура, свой менталитет, свой национальный полиэтнический состав. Поэтому мы должны все это учитывать и с учетом наших особенностей выработать нашу казахстанскую собственную модель не базовых положений религии или ислама, а модель толкования положений ислама. Поэтому речь идет о формировании казахстанской школы исламоведения. Этим должны заниматься ученые.